группах, на которых происходят бизнес-контакты, знакомства, новые связи. Это не сразу работает, но это выстреливает, причем вы не знаете, где, когда и откуда. Терапевт, потому что чаще всего вы не понимаете, откуда эти заболевания начинаются. Все точно знают, чем они заканчиваются, чеки начинают возвращаться. Но никто никогда не понимает, откуда это начинается. Если вам кто-нибудь будет когда-нибудь рассказывать, что я мошенник, то последний мой клиент моими мошенническими методами заработал себе 26 тысяч, заплатив мне 400 шекелей за консультацию. Это бизнес по продвижению натуральной продукции на базе алоэ, пчеловодства. В общем-то, все, чем вы пользуетесь с утра и до вечера. Мы занимаемся все, что связано с недвижимостью, трудовыми конфликтами, ДТП и долговым правом. Ходите в нашем офисе в Риши. Меня зовут Наталья Кричевская. Пока. Я занимаюсь годовой отчетностью, открытием бизнеса, ведением бухгалтерского учета. То есть сегодня для того, чтобы открыть бизнес, не обязательно находиться в одном городе, можно сотрудничать на расстоянии. Помимо классического коучинга, я использую в своей работе различные методы управления сознанием и подсознанием. Мои клиенты – это люди, которые хотят жить осознанно, которые хотят взять жизнь в свои руки и самим сделать свое будущее. Более 8 лет я занимаюсь тем, что разрабатываю проекты интерьера для домов, квартир, помещений для бизнесов, офисов. А также я реализую свои проекты, есть строительная бригада, с которой я работаю, у меня есть столер, другие специалисты. Я занимаюсь тем, что проверяю все ваши страховые полисы, накопительные программы. Страховки как жизни, здоровья, накопительные программы, вроде как Керен Штормов, пенсионные фонды. Если у вас есть куча бумаг, которые вы не знаете, куда деться, что делать, как проверить, если они подходят вам, оставить их, выбросить, то вам обратиться ко мне, я с удовольствием проверю и наведу порядок. Вы слышали, я знаю все об Израиле, или практически все об Израиле, и с удовольствием расскажу вам, вашим друзьям и вашим гостям. Я смогу организовать отдых ваш и ваших друзей, и вообще тех людей, которые не любят находиться в автобусе с еще 49 незнакомыми людьми, а путешествовать с удовольствием и познавать нашу, правда, удивительную страну. Калатье, я произвожу шоколад ручной работы под именем Элис Несс. Нужно ли напоминать вам, что до праздников осталось всего ничего, и все мы сейчас попадаем в тот период, когда каньонам и торговым центрам просто не доехать, потому что все заставлено и невозможно подъехать. У меня вы можете приобрести очень вкусный, очень необычный, радующий всех шоколад. Рассказываю людям, как правильно ухаживать за кожей, и сама делаю это в условиях салона. Это обычно приятные процедуры по уходу за лицом и за телом, которые продвигают вперед вас и вашу внешность, позволяют себе чувствовать ухоженными, уверенными в себе и в целом сказывается хорошо на вашем жизненном тонусе, на жизненных успехах. Дизайнером занимаюсь дизайном улыбок. Кроме того, что я занимаюсь дизайном улыбок, я занимаюсь лечением, протезированием, имплантацией зубов. Буду особо глубоко углубляться, что такое дизайн улыбки. Захотите, подходите, расскажу. Я специализируюсь в области имплантации и международной торговли. Тот, кто заинтересован при привозе товара в Израиль, это ко мне. Назад на работу как бодиситера превратилась в проект. Теперь я организовываю детские мероприятия. Вот я дизайнер одежды, имидж-консультант, занимаюсь разработкой персонального стиля, имидж-консалтингом, ну и, конечно же, дизайном одежды. И как дизайнер не удержалась, делаю спортивную одежду для йоги, в частности, и для других видов спорта, активного образа жизни. Я переводчик и контент-менеджер, то есть занимаюсь написанием текстов, статей и наполнением сайтов текстами. Также делаю рекламные кампании и продвижение бизнеса в социальных сетях. Я занимаюсь все, что связано с фотографией, видеосъемкой в различных областях. Вот в последнее время я стал заниматься видеороликами, то есть людям, которым нужно как-то себя продвинуть или как-то нужно себя показать. И нужны не только видео, какие-то сценарии, какие-то сюжеты. И вот это вот, пожалуйста. Егор, я маркетолог, который занимается грузоперевозкой. Здесь даже сидит вот один мой клиент, Елена, с которым мы перевозили недавно
Контрабандный товар. Достижение то, что за все время работы мы имеем 56 положительных отзывов в Фейсбуке и ни одного отрицательного. Детский макияж. Ну, макияж любой, но в основном детский. Какие косички. Я делаю магниты, беру бармицу, батмицу, бритот. Я работаю в международной компании «Ванкоин», которая занимается инвестициями в криптовальную валюту. Заинтересован в клиентах, которые хотели бы как-то приумножить свой капитал. Создаем уникальный в Израиле карамель. Мы пишем на конфетках 1 сантиметр в диаметре. Создаем ваш логотип, пишем надпись, рисуночек, когда создаем. Вот такие подарочки, если я принес показать, которые мы сделали на Рошана. Второе направление – это мастер-классы. Детские, взрослые, дети от 6 лет, семьи. Выезжаем, делаем выездные мастер-классы. В 13 лет я не знала, что такое Израиль и кто такие евреи. В 13 лет папа подошел ко мне и показал мне вот такую картинку. И сказал мне, я спросила у него, что это. Он говорит, это стена плача, это находится в Израиле, там живут евреи. Я говорю, а я еврейка, я могу там быть? Он говорит, да, ты можешь там быть. Вот она сбылась, моя мечта. Агентство путешествий, которое называется «Израиль сегодня». Наш слоган «Путешествие здесь и сейчас». Мы предоставляем такие услуги, как авиабилеты, проживание по всему Израилю, отели, квартиры, гестхаусы. Это трансфер в аэропорт, с аэропорта и по стране, причем как групповой, так и индивидуальный. Это экскурсии, как индивидуальные, так и групповые. Есть еще что-то посредине, это называется выходной день. Аренда машины, развлечения, начинают покупки билетов в театр, на концерты, на фестивали. И заканчивая парапланами, прыжками с парашюта. Мы работаем круглосуточно и 7 дней в неделю. Я неравнодушна к своим клиентам. Как заказать? Я думаю, что сейчас вы уже заинтересовались моими услугами. Поэтому сейчас самое время посмотреть, как это можно заказать. Я делаю людей. Я делаю людей богаче. Получила отличную консультацию. Буквально называется экспресс-консультация.